Всем здорово, ребята! Вы на канале Поршень Покинул Чат, я Вадик Стиви, и сегодня мы находимся в автосервисе под названием Дизель Чип в Польше. И я дал свою машину на проверку, сколько она имела лошадиных сил и ньютонометров. Сейчас на данный момент мне сказали, что считано 218 лошадиных сил и около 500 ньютонометров. Но немножко там неправильно давка, впрыск, ну то есть неправильное количество топлива подается, немного больше, чем нужно, и немного больше турбина на 0,1 бара выдает. Но сейчас будем корректировать и посмотрим, что из этого получится. Итак, в общем, ребята, добрался я уже домой, и что мы имеем? Картина довольно-таки положительная. После того, как мне проверили тот чип, который у меня стоял, сказали, что у нас имеется 220 конских сил, около 220, там, ну, примерно в этих районах. Это температура была минус 15 градусов на данный момент, и такое показало. После этого закинули прошивку стоковую, стандартную, на ней у нас показало... Сейчас я покажу вам, сколько показала. 168 лошадиных сил и 356 ньютонометров. Это на стандартной прошивке. После того, как изменили параметры на правильные, то есть правильная давка, правильное количество топлива, правильное количество воздуха, получили мы 200 около 223 лошадиных сил и 503 ньютонометров. В общем, какие изменения я почувствовал? Я бы не сказал, что почувствовал в мощности и в, ну, в каком-то, я не знаю, ну, в общем, я не почувствовал больших изменений в мощности, но я почувствовал то, что она едет действительно плавно и красиво набирает скорость. То есть, как вот, как с завода, так мне и сказали. То, что сейчас сделали, скорректировали равное количество, правильное количество топлива и правильное количество воздуха. То есть, нет вот таких каких-то там, ну, там... Потому что там в коде в одном месте вообще был пробел изначально. Ну, не с завода, а уже когда меня чипанули. Я думал, что у меня там 240 сил, но на самом деле там было 220. Там был вообще в коде какой-то пробел. То есть, она... Вначале она ехала быстрее, в середине она переставала ехать, ехала как в стоке, и в конце она опять ехала быстрее, то есть на оборотах разных. Сейчас там все четко выставлено, и она едет плавно, и действительно я это чувствую, что она вот все время вот набирает плавно и красиво. Посмотрим, сколько это будет, ну, посмотрим, какие будут изменения от 0 до 100 км в час. Я думаю, все-таки они будут. Сейчас немножко тяжело заснять, потому что скользкая дорога. Снег, гололед, сейчас минус 15. Будем замерять, будем смотреть, какие изменения. Так что вы были на канале Поршень Покинул Чат. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, скидывайте видео своим друзьям. Может быть, у них тоже какая-то проблема, может быть, кто-то в Польше и тоже хочет заехать на хороший сервис, потому что я советую, это не я один, там действительно очень много положительных отзывов. На карте называется сервис Дизель Чип, находится возле города Бидыш в Польше. Так что, ребята, всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.